прошел очень классно, мне все понравилось. Были много новых упражнений, которые мы не делали. Было трудно. У нас была очень интенсивная тренировка, на которой мы запарились. Потом у нас в ход пошли мячи. После у нас было интервью. Мы задавали вопросы звездам. Посвящаю, можно сказать, каждый день баскетболу. Я и на, даже когда нет тренировок, хожу на баскетбольные площадки на улицу, тренируюсь сама по себе, без тренировок, без всего. И я думаю, если у меня не будет в жизни баскетбола, я ничего не смогу сделать нормально. Девочки сами строят свою жизнь, добиваются своих целей поставленных. Каждый человек создает свои правила в мире и выбирает, если он выбирает баскетбол, он стремится к чему-то и связывает этот мир с баскетболом.